По всей России продолжается череда массовых чисток. На этой неделе правоохранители завершили громкое расследование похищением десятков миллионов рублей в петербургском водоканале. Главный руководитель водоканала Андрей Поздеев при строительстве объекта на стадионе «Зенит-Арена» открыл компании однодневки на своих знакомых и выявил через них более 30 миллионов рублей. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, сроки завершения строительства стадиона на Крестовском острове постоянно сдвигались. К тому же существенно увеличилась стоимость объекта, а затем правоохранительные органы начали вскрывать многочисленные хищения. В Госдуме же свои проблемы. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал российских чиновников отказаться от водителей и начать управлять автомобилем самостоятельно. Но чтобы стать ближе к народу и эффективнее использовать государственные ресурсы. При этом он отметил, что за это чиновников можно даже премировать. Даже с компенсациями это будет выгоднее как для бюджета, так и для общей репутации и близости с народом. Но разве оказаться ближе к народу не самый большой страх чиновников? В Самаре произошла облава на сотрудников МВД, которые оказались причастны к массовому отравлению почти 100 человек, 30 из которых умерли. Напомним, что главным ингредиентом смертоносного напитка «Мистер Сидор» стала спиртосодержащая жидкость, которую 12 лет настаивалась на складах МВД, откуда ее похитили двое жителей Самары. Был задержан сержант полиции, охранявший склад, и владелец компании, производившей суррогат. Также ответственность понесли и представители руководящего звена. По всей стране изъяли более 37 тысяч литров опасного напитка, произведенного в Самарской области. Будем надеяться, что подобные наказания помогут выявить и устранить лазейки в законодательстве. Редакция «Момента истины» также продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.